Приветствую вас на канале Призыватели 94. Сегодня мы посмотрим новый ролик Game What the Fuck, который называется «Какой-то Пердо Монокль». Нет, Перди Монокль. Да, 238 выпуск. Поехали. Какие дела, народ? Слушайте, DICE, конечно, хорошо поработали над новой батлой, вот эта вот революционная система езды по стенам просто восхищает. Но даже в таких мелочах, как передвижение ползком, они тоже превзошли себя. Ой! Все протер! Даже по полу можно ползти. А это как мы с тобой смотрели? Ой, подожди, так это уже дохлый ползет. Ну, бывает. Ну, ничего страшного. Главное, что полезное. Это как мы с тобой смотрели, помнишь, странные вещи дизайнеров? Такой костюмчик детский, которого приклеены швабры, чтобы вытирал пол. Вперед. Вытирает пол. Это чисто видео какого-то фитнес-тренера, которое ты смотришь в 3 часа ночи. Сейчас мы займемся с вами гимнастикой червячка. Это гимнастика, которая дает возможность, чтобы начали работать те мышцы, которые у нас спят. Не, я тоже гимнастикой червячка занимался, но это какой-то уникальный способ. Вообще, я, наверное, могу назвать себя фанатом серии Battlefield, и немного обидно за последнюю часть, что она такая забагованная. Побежали. Курдык, журавля. Но я тут подумал, а типа когда-то было не так. Я тут повспоминал, что было в предыдущих частях батлы, и поверьте, 2042 нервно курит в сторонке. Машины не летают. А представляете, вот сидишь ты такой, рубишься в какую-нибудь онлайн-игрулю, и тут бац, свет вырубается во всем доме. Мои действия? Позвать электрика, уж они-то разберутся со светом. Позвонить бате, уж он-то разберется с электриками. Мои действия? Ждать соседей, которые не выдержат первыми, позвонят, потому что очень страшно звонить Джек и разговаривать со взрослыми людьми. Что-то не то запустили, да? Не того. Это когда летишь брать топ-1, но тут... Здрасьте. И погружаешься на свое привычное место обитания. Хочу признаться, у меня есть фобия, что когда-нибудь наступит момент, и технологии дойдут до такого, что игры будут делать совсем без багов. И мне придется идти работать на завод. Во, родители обрадуются. Но я тут краем глаза посмотрел на Unreal Engine 5 и понял, что походу я с вами надолго, пацаны. Вообще, реализм это скучно. GTA, покажи, как надо. И пошел, да. И все. Надо было вот так. На чего не хватало? Вот так в конце сделать. В целом, здесь машины реализованы интересно. Если на улице пробка, то ты можешь проехать под пробкой. Ну да. А почему нет? Почему нет? Могу. И почти нормально. В целом, это все равно прогресс по сравнению с вот этим. Что здесь было? А, вот что. Не мешают ваши машины, до свидания, пожалуйста. Что хорошо, что снял в сторонке. Большой рывок в борьбе с пробками. Да. Что произошло там вообще? Не знаю. А вот в мафии по поводу машин вообще не парились. О, главное, вот тут можно этот мем использовать наш новый. Цыгане выкрали коня. Что это за... Мамаша ее и спер. Да нормально. Это не наш мем, это вообще мармока. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайкой. Слушай, там в грузовике был виски? Да, новый поставщик. И вы вот так открыто его покупаете? Минимализм в дизайне авто достиг своего пика. Главное, что слушайте, колеса пацаны, есть, да? Проверили стеклянная машина. Да. Поставщика виски. С этим пойлом явно что-то не руля, так. Кстати, нету. У вас колеса, конечно, крутые, но только поменьше их употребляйте. Нормальная машина. Не все же в такси гонять. Я нашел Эльтеклы. Спасибо. Таких героев, как ты. Ты так напугался? Ага, от звука? Его теперь, да. Да это еще и необычный олень был, это какой-то маг оленьего огня. Мне кажется, никакой олень не сможет сбить киборгов из следующего видео. Так аккуратненько отошел. О, отец целеустремленный дядя. Да, 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 все, толкаем карету, все, мы туда шли, вижу у нас цель, там бар вообще-то. Иду к ней. Вижу препятствия. Во, вот, да. Который решил продавать курс по успешному успеху, показывает, как он идет к своим целям. Успеху. Идем прям к успеху. Надо было под музыку, широкий кто-то идет. Идем. Да, всегда в кадре.
Ну да, так-то он теперь инфо-цыган, он просто не может по пути коня не украсть. Бедные лошади в РДР, их вообще тут не уважают. Жалко лошадку. Лошадку жалко. Лос-Сантос потрясающий город, и в первую очередь он потрясает своей медициной. А, ну про скорую мы знаем, да. Подожди, зачесала. Подожди, здесь... Занюхнула. Хорошо, хоть этого не дала понюхать, который там откачивал. Попробуй, вкусно. На. Ну, такое мертвого разбудит. Ну, реально. Вообще, здесь все лечение проходит как-то через задницу. What the fuck? Ты вот просто посидел и пошел. Подожди. Искусственное дыхание, что ли? Рукой не оказалось. Да. Все, я сделал все, что мог. Точно, доктор. Что это за метод лечения такой? Это какой-то пердемонокль. О, я ж о том же. И ты по-любому попадешь под этот пердемонокль, потому что без медицинской помощи в этом городе нет. Ну а что, знаешь, как на шатыре сейчас работает, ого-го. Если он до этого еще какой-нибудь фасольки там наелся, то там нормально так получится залп такой, ага. Застряла. Давай. Ой. Давай. Спина болеть не будет, да? Вот так вот делай, и все спина будет. Спина не будет болеть. И хорошо, я футбольный мячик. Твоя девушка, когда ты сказал ей, что на ней сидит паук. Если тебе кажется, что у тебя был плохой день, то расслабься и просто посмотри на чувака из следующего видео. Целенаправленно! Ну, знаешь, на что похоже? Козлый. Когда идешь по улице, а под ногой шишечка лежит или каштан, и ты такой пуляешь, а кто-то тебя его допуливает. Мне его жалко стало. Или, быть может, ты думаешь, что это недостаточно плохо. Хорошо, как тебе такое? Илон Маск. Ого. 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 Сдачится. Нет, он ждал по таймингам. И что, еще встанет, может? Нет, он уже сделал все, что мог. Сколько можно, как хватит. Как работает десантура в батле? Was war das denn? Даже не знаю, что делать, они сами. Это не пара шутистов, это пара шутов каких-то. Или вы это, пацаны, гимнастикой червячка решили заняться? Сейчас мы займемся с вами гимнастикой червячка. Ну у них просто топовый дуэт, понимают друг друга просто с полуслова. Я прыгаю! Там примерно так же было, да? Ну да. Мне кажется, каждая их совместная операция — это шедевр военного искусства. Он даже еще ничего не успел сделать. Дверь под напряжением. Как это делает капитан Прайс? Как это делают твои тиммейты? Да под напряжением дверь была. Ну, а что слушайте, ты делаешь? Пацаны, ну раз уж вам уже дверь навалял, ловушки может, за ним вам дома. Не стоит внутрь заходить? Это мне просто кажется, что ни хрена хорошего у вас не получится. Отсыпает пчету! Фух, слушайте, от этих внезапных РПГ так и сердце стать может. Сидишь тихонечко, такой спокойно целишься. Сидишь такой, никого не мешаешь. Это видео из разряда, как проходят катки твоего друга. И как он всем об этом рассказывает. Да я такой выглядываю, ты такой ши-ши-ши, оп. Уворачивайся такой, все, и на дно. Тем временем Far Cry 6. Ой. Застрял. И улетел. И... Что за гадость происходит? Ой. А на там само все произошло. Все, что нужно. Слушайте, народ, больше половины из вас смотрят канал без подписки. Давайте уже это, добьем 3 ляма на канале, а я в честь юбилея постараюсь. А, да, кстати, 2.99, смотри. Ну, а на этом все, народ. Реально? Нифига себе. И если вдруг прям вы забудете, что так вот в этом видосе, да, то конечно. Самое время его пересмотреть. 1 миллион прям, солидно, прям, между прям прочим. Вообще конкретно солидно уже. Прям да, я как-то не заметила. Нифига. Этот, ВТФ, от топа уже почти 3 миллиона, прикинь. Во как. Да. Ну, выпуск смешной получился, мне понравился. Хорошо, смешной. Последний момент, пожалуй.
Пожалуй, да. Мы не, он может как бы 18 плюс получить? Ну, нам уже нельзя, мы уже получили. Мы уже получили, да причем ни за что. Ладно бы за такое, знаешь, за такое хотя бы, ну... На ровном месте. Да, на ровном, На ровном месте. Вы тоже давно не получали, а вот вам. Вот вам, пожалуйста, да, просто. Да. Ну, выпуск был классный. Да. Неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.